Еще одна смертельная авария произошла на трассе «Скандинавия» сегодня около 16 часов. На 114-м километре столкнулись две легковые машины. Один из водителей от полученных при ударе травм скончался. Кадры с места происшествия опубликовали очевидцы, сообщив в соцсетях о пробке в обе стороны. Одну полосу пришлось перекрыть. Дорога усеяна разлетевшимися деталями. Обстоятельства аварии устанавливаются.